Новосибирская область может получить 3 миллиарда рублей на достройку перинатального центра. Заявку региональные власти подали на Всероссийском экономическом форуме в Сочи. Если федеральное правительство одобрит выделение средств, то проект будет реализован в течение 2 лет. Также на форуме рассмотрели и другой крупный проект столицы Сибири. Вот уже третий год в России проводится конкурс национальной премии по развитию инфраструктуры. Мы в 2015 году получили национальную премию за развитие проектов здравоохранения по инвестиционным проектам. И вот в этот раз мы тоже получили первую премию. Было всего 13 номинаций. Вот одна из номинаций – это крупные транспортные инфраструктурные проекты. Так вот, за разработку и эффективность проекта 4-го моста нам была присуждена первая премия. По словам губернатора, желание участвовать в строительстве 4-го моста уже изъявил один из крупных российских банков. Сейчас за федеральный грант наряду с нашим регионом борются Самарская область и Пермский край. Очередная комиссия по защите проектов транспортной инфраструктуры пройдет уже в марте. Главной же темой сочинского форума, по словам губернатора, стали инвестиции. Глобальная концепция страны заключается в том, чтобы регионы не просто получали федеральные средства, а создавали привлекательные условия для частных инвесторов. Примером этого в Новосибирской области является практика концессионных соглашений. Сегодня их заключают в сфере ЖКХ, при строительстве мусороперерабатывающих предприятий и не только.